зовут Снежка. И не обращайте на этот голос, я немного приболела. И напишите в комментариях, посоветуйте мне каким-то лекарством, чтобы я быстрее выздоровела. Сегодня мы поговорим, что я приобрела за последние дни, за 2 дня. Да. Сначала мы поговорим о моих 3 лаках. Первый лак Star, звезда, номер 221. Да. Ой, я же сказала, у меня руки из жопы растут. Очень красивый лак. Такой, не знаю, камера покажет вам малиновый цвет или красный. Нет, все-таки красный. Ну ладно, подвела у нас камера. Пусть. Следующий лак Revlon Custard, такой сиреневый цвет. Номер я почему-то не вижу, наверное. Пал, я не знаю. Лак суперский, да. Следующий тоже Revlon, но только здесь уже Miracle. Такой оранжевый цвет, солнечный, который как раз мне нужен, чтобы выздороветь, согреться. Да. Номер почему-то тоже нет, так что я не смогу вам сказать. Еще я заходила в магазин Везде, там открылся новый отдел, называется Твое. Да. Я там приобрела вот такую маечку. Да. Здесь вот такая сзади такая штучка. Такая. Здесь типа таких, типа ремень и типа железных вот таких круглых штук. Вообще летом будет моде стиль лягушачий. Да. Еще одну кофточку я приобрела, как, знаете, кто такой Beetlejuice? Beetlejuice. Да. Я приобрела кофту, похожую на его кофту. Ну да. Я сделаю пародию. Там будет похоже на Beetlejuice. О да. Еще там рядом с твоем был такой маленький отдел. Там чуть маленьких вот таких вот лапусечек не положили в коробку. Но я успела ухватить и достала вот такого миленького щеночка. Как такое чудо можно выкинуть, я вообще не понимаю. Еще вот такую зайку. Такой красненький. Он конечно, был немного красноватый, но я его помыла, и он сидит с моим песиком. Так, как ни странно, я купила себе карандаш. Да, я недавно нашла свою какую-то тетрадку, стала делать зарисовки. Не знаю, вам понравится или нет, но я вам покажу. Значит, 1, 2, 3. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. О, да. На этом все, видео закончено. Здесь написано Twitter. Пишите мне, задавайте мне вопросы, я отвечу их в новом шоу. Я вас целую, и вы меня целуете, чтобы вашими поцелуями согреться и выздороветь меня. Да. Будьте такими же позитивными и креативными. Я вас люблю. Пока.